анимация на заказ. Озвучка и оформление под ключ. Самое обыкновенное видео запуска космической ракеты. Все как обычно, ракета взлетает, летит вверх, но особое внимание, что происходит потом. Видео я немножко ускорил, смотрим. Вот я один вижу, что она плавно берет угол, постепенно наклоняясь горизонтально. Здесь мы уже видим откровенный полет в горизонтальном положении. Я, конечно, не из тех, кто верит в космос, но я знаю, что для тех, кто в него верит, он находится вверху. Хотя, если верить в общепринятую форму Земли, то в космос, наверное, по идее, можно летать и вбок. Но вы сами верите, что полеты в космос происходят так. Итак, на видео в итоге ракета исчезает с поля видимости в полете по горизонту. Может, это видео какое-то дурацкое? Давайте включим другое. И здесь мы видим ровно то же самое. Ракета плавно принимает горизонтальное положение. И какое бы видео в YouTube я ни включил, везде ровно то же самое. Ракета взлетает, летит вверх, плавно принимает горизонтальное положение и исчезает с поля видимости, летя по горизонту. Любой может самостоятельно проверить. Вопрос: почему? Не потому ли, что лететь попросту некуда? Если она полетит вверх, весь мир узнает шокирующую правду. Но что вы думаете, у любителей школьных учебников и телевизора есть готовая закладка на это? Их же неспроста в течение 10 лет в школе прошивали. Их система ко всему этому готовила. Ракета после старта берет маленький угол и с разгоном увеличивает его, наклоняясь в сторону вращения Земли. Далее, выходя за плотные свои атмосферы, летит практически горизонтально, по чуть-чуть набирая высоту. Мы этого, правда, не видим, но мы должны верить. Нужную высоту она достигает-то быстро, но еще задача – набрать определенную скорость, которую она и набирает, летя по горизонту. Садись 5. Если вы не хотите быть такими же отличниками, включайте мозги и просыпайтесь. Что реально происходит с ракетой после того, как она принимает горизонтальное положение и исчезает с поля видимости? Скорее всего, над океаном или пустыней ее подрывают. Быть может, даже есть какие-то способы их посадки. Это что касается публичного запуска ракет. То есть, чтобы народ верил, нужно иногда проводить подобные мероприятия, где процесс запуска и полета демонстрируется на глазах у публики.
Но есть еще закрытые от посторонних глаз запуски ракет. Это вообще пустяковая пропаганда, потому что выглядит это все всего лишь вот так. Вот и все. После видеосъемки отрыва ракеты от поверхности Земли, то есть того, что является всем смыслом этого действа, эта ракета садится туда же, откуда взлетела. Выглядит это вот так. После того, как ракета взлетела как на закрытом от посторонних глаз действии, так и на открытом мероприятии, где ракета пропадает с поля видимости, находясь в горизонтальном положении, любителям телевизора сначала показывают завораживающую картинку, предварительно подготовленную, как корабль летит на орбите, какая у нас красивая круглая планета, покрыта атмосферой, видно континенты, океаны и все такое прочее. Потом еще через время уже показывают, как корабль бороздит по открытому космосу, ну или там какую-нибудь состыковку изображают. Космонавты демонстрируют все прелести невесомости, различные веселые фишки и все такое прочее. На самом же деле все это снимается, естественно, на Земле, в павильонах. Как? Я это покажу в следующих видео.